приехали с Натальей на тренировочку. Поднимаемся в горку. Ходика, ходика. -10. Днем сейчас -3, наверное, -5. Газуй, газуй! Не надо там ножками размахивать. Яй-яй! Молодчина! Вперед, сильнее, уйди. Во-во-во. Хорошо ехала. Уверенно так зашла, все нормально. Отдышись. Отдохни. Аккуратней, аккуратней. Натяжечку на балансе. Едем, едем. О, красавица. По снежку. У нее еще резина-то нифига не зимняя пока. Ну, красавица, чё? Скользко. Скользко, да. Решили мы спуститься по Катани. Еще веселое место. Спуск хороший. Молодец. Назад оттягиваемся. Тормозами работаем. Брёвнышко тут. Отпусти тормоза. Вот, молодец. Молодец, молодец. Газуй, 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 газуй. Вот, тормози. Все. Больше боялась. Спускаемся. Катись, катись, катись. Вот по колее. Нет, не тормози, катись.
Молодец. Выход же есть. Когда выход есть, катимся и все. Выход же есть, ты видишь, выход есть. Вот на песке ты передний тормоз не цопай. Нет, только задним. Задним, да. Либо передним очень аккуратно, когда чувствовать будешь. То есть, и вот тут его задним, а лучше вообще не тормозить. Как бы вот у тебя выход же есть, ты просто катишься и все. Катишься, он по песку сильно не разгонится, песок его подтормаживает. Но зато тебе, когда ты накатом идешь, тебе проще баланс держать. А когда ты подтормаживаешь, так его дергаешь, ну ты ловишь. Ну сейчас у тебя баланс хороший, ты его прям, ну видно, ловишь. Поймала его. Во-во-во! Красавица! Ну чё? Мирня. Цыкуха. Ну, короче, жопу подняла, и мне легче стало. Да, вот и жопку приподнимай, просто ее назад держи. Да. Не я вперед. Я сидела, меня болтала. Да. А я сейчас маленько подстала, и всё. Да. До сцепа не дотягивайся, и, короче, нету желания ее отжать-то. И все, и газ. И видно, ты прям поехал. Я вот тоже на жопе, я как бы редко вот прям сажусь, я... Чуть-чуть вот как бы пристаю, потому что проще его балансировать. Оно болтает, но когда я сидела, у меня начало болтать. А сейчас я раз так маленько тянулся, вообще, ну капец, вообще легко зашла. Да, что в песочную гору надо именно либо уйти, либо сесть. А вперед, когда ты сильно уходишь, у тебя колесо разгружается, оно не может набрать ход. А вот ты чуть-чуть назад и как бы едешь, и он... Видишь, и так ровно прям по песку идет. И по песку запомни, даже по плоскому. Ты вот едешь, песочная колея, ты назад чуть-чуть уйди и чуть-чуть газика держи, и тебя перестанет мотать. Короче, на песке я никогда не торможу передним тормозом, всегда только задним. Ну, можно тормозить, но аккуратненько. Не, ну и передним, то есть задним. Передним тоже можно. Задний... Чуть-чуть, его чуть-чуть поджимаю. Да, да. На спуске его щих и все, и пошла. Сильно не надо вообще. Но стараемся камнях... вообще задним больше. А на камнях тоже только стараемся задним, да? Они же тоже скажут, как... Передний тоже на камнях тебе... Понимаешь, вот все равно передний на спуске передний эффективней. Он лучше, тебе заднего может не хватить. И вот ты заблокируешь колесо и полетит. То есть тебе надо и передним, и задним работать. Но именно задний не бояться блокировать, а вот с передним аккуратней. Ну, чуть-чуть, это как я его чуть-чуть поджимаю. Да, 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 да. Задний я нажала, а передним чуть-чуть поджимаю вот так. Да, 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 да. Все правильно, молодец. Понимаешь же все по чуть-чуть. Долго. А нет, видишь, думают, что я вот тут уже лютой летаю. А что, сейчас заедешь? Вторую и ебашь.